Дорогие друзья, с вами Аделя Малина, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Вы просили меня второй части, и так вот, я решила вам ее сделать. Нашла себе удобное время. Ладно, давайте приступим. Так, мы сейчас идем вниз, я тут лифт такой сделала, вот, а вот он. Это я себе комнату делаю вот такую. У меня домик там есть, как вы видели. Сейчас мы берем кирку. Давайте алмазную возьмем. И потолок чуть выше делаем. Вот, ребята, мы закончили с вами потолок. Я к ним еще добавила вот такие лампочки, чтобы было светлее, а то эти много места занимают. Вот. И давайте теперь ставить мебель. Ведь не просто так мы сделали эту комнату, так же? Привет. Так, давайте посмотрим. У нас в этом мебель. Так, давайте возьмем кровать, картину, сундук, еще плиту и еще что возьмем, вот эту штучку. Двери надо для лифта взять. И книжку полки. Полка. И нам понадобится вот такая. Так, все, давайте приступим. Сначала мы положим где-нибудь кроватку. Так. Давайте ее поставим вот тут вот в углу. Ой, нет. Вот тут вот так. И еще рядом с ней книжная полка. Где она? Вот она. Мы ее убрали случайно. Вот у меня будет столько книжек. И еще тут над нею поставим лампочку. Нет. Так. Лампочку. Ладно. Так. Где она тут у нас? Вы видите ее? А вот она. Сейчас, ребята. Так, все. Вот тут поставим лампочку. Все. Так, дальше мы поставим сундучок. Вот сюда давайте поставим. И рядом с ней поставим вот эту штучку. Отлично, ребятки. Теперь дальше делаем плиту, ну, кухоньку. Вот. И сундучок, где будет у нас лежать еда. Все. Теперь мы возьмем знак и покажем, что это минус, что это, ну, как бы нулевой. Нулевой этаж. Вот тут вот. Ой, сейчас. Вот тут поставим, напишем. Нулевой. Ну, нулевой этаж. Вот, все. А, что такое? Все, нулевой этаж. Надо сюда воду добавить. Давайте мы взлетим. Ой, на улице уже. Ой, где тут выход? Вот он. На улице уже темно. Давайте схватки. Только это мы сделаем у нас дома здесь. Не знаю, почему этот дом построила. Все равно мы в нем не спим. Но все, мы ложимся схватки. Доброе утро всем. Сейчас мы будем достраивать наш этот. Сейчас мы возьмем ведро с водой. Вот она. И сейчас мы ее нальем. Мы
Найдем ее сейчас. Вот, все. Отличненько. И сюда еще двери сделаем, давайте. Ой, не туда. Все. И напишем знак лифт. Лифт. Все. Давайте откроем и полетим. Так, понятненько. У нас есть лайфхак. Если вы случайно так сделали, можете просто приложить преграду. И тогда вода уйдет. Сейчас я положу. Все, видите, вот. Это мой лайфхак дал мой братик. Это мой. Спасибо ему большое. Пожалуйста. Он рядом со мной. Кстати, подписывайтесь на его канал Аюб Аслан. У него недавно набралось 30 подписчиков. Вот. Так. А, блин, так, сейчас. Все. Ой, нет, еще. Надо вот так. Теперь экскурсия по моему лифту и в ее комнате, ну куда она ведет. В прошлом видео хотела сделать выживание, но я пробовала, это очень сложно, поэтому я не смогу. Вот, мы спускаемся, и мы попадаем в нашу зону. Привет, дорогие друзья. Тут пока что еще не все доделано. Все остальное мы сделаем в следующем видео. Если наберется 5 лайков. 5 лайков. И выложу продолжение. Всем пока и до новых встреч.